Посол Евросоюза в Украине Хью Мингарелли посетил Одесский национальный экономический университет. Цель его визита – улучшить сотрудничество между ЕС и Одесской областью, а также пообщаться с нашими студентами. Подробности смотрите далее в сюжете. Встретиться с одесскими студентами – инициатива самого посла Хью Мингарелли. Под крышей экономического университета работает единственный в регионе центр Евросоюза. Он предоставляет возможность студентам параллельно обучаться сразу в двух вузах. Получить украинский, а заодно и диплом университета Германии, Франции, Италии, Хорватии или Польши. Уже сейчас в иностранных вузах учатся 25 одесских студентов. Такие программы нам представляются, являются важнейшим элементом сегодняшнего процесса интеграции высшего образования Украины в европейское экономическое и образовательное пространство. Программы предусматривают углубленное изучение иностранных языков, а также преподавание зарубежных профессоров. Очень важно получить результаты модернизации системы образования в этой стране и объективно оценить, как подобное обучение адаптируется в новой реальности и получает ли отклик у молодых украинцев. В Национальном экономическом университете работают 6 программ двойных дипломов. Необходимая литература поступает из Брюсселя, и воспользоваться ею может студент любого одесского вуза. Мишель Арманд, Андрей Дьяченко, 7 канал.